питерский шмель. Какой красавчик. Всем доброе утро. Сегодня мы заключительный день находимся на выставке. Такая прекрасная солнечная погода, тепло, красота. По заказам, я думаю, что постараемся отработать все заказы сегодня. Сегодня мы будем, наверное, еще и отдельно работать. Ренат уедет в офис к поставщикам. Оттуда будет вещать. Вот. И еще, девочки, я вчера так сильно расстроилась. Пожалуйста, будьте бдительны, повторяю миллионный раз. Не забывайте про мошенников. Сейчас ведь они везде, во всех сферах, куда бы ни ткнуться, они везде. Поэтому только вы сами себя сможете обезопасить. Хорошего дня! Кольцо называется «Необыкновенная сила», колечко с хризмой, очень оригинальное кольцо, толстенное серебро. Колечко будет стоить около 4000 рублей. Я озвучиваю пока примерную цену. Размеры пока есть. Следующее колечко называется «Премудрость». Очень интересно, выглядит оригинально. Девочки, смотрите, какое красивое колечко. Оно называется «Богородица, Дева, радуйся». С белыми фианитами дорожка, видите, да? Здесь крутится, смотрится эстетически, смотрится просто великолепно. Шикарные вот эти вот посередине крутятся, как антистресс. Цена в районе будет до 4000, цена за кольцо. Размеры напишу, какие есть. Смотрите, что мне дали подержать в руках. Огромный плисовый малахит, шелковый малахит. Девочки, браслетики с бриллиантами. Все вот эти браслеты 18,5 размер. Бриллианты здесь 17 граней. Девочки, хочу показать хризолиты. Вот кто просил. Хризолитов очень много, много интересного. И браслетики есть, вот сбоку видите. Хорошенькие модели. Позолоченном серебре. Вот этот вот, это лимонная позолота. По-моему, здесь колье, серьги и кольцо. Подвесные в позолоте. Позолота обычного цвета российского золота. Можно вот как-то чуть-чуть куда-нибудь сдвинетесь, ребят, вообще не пройти. Красота. Это брошь-подвеска Фрида. 14500 рекомендованная озвученная цена, но будет еще дополнительная скидка. Девочки, кто-то спрашивал про вот этот комплект. Здесь все натуральные вставки, это серьги и вот такой вот кулончик. Сейчас я вам скажу, здесь у нас амазонит Перу, опал натуральный. Хочу показать комплекты с кораллом. Кожа ангела, посмотрите, какая прелесть. Очень красивые комплекты. Все, конечно, тут не проглядывается, но стараюсь максимально показать. Это вот это родонит. Это не коралл, это родонит и, наверное, амазонит. Да, родонит и амазонит. А вот это вот опал. Это, кстати, натуральный розовый опал. Почему он такого цвета? Его вымачивают в специальном растворе. Поэтому он получается такого цвета. Это коралл. Вот еще коралл. Здесь коралл идет с топазами.
красивые, очень спокойные комплекты. Так, там жемчуг с адуляром. Там вон адуляр виднеется. Перламутр. И просили снять витринку с лизардитом. Хочу вот показать модели, комплекты. Мой любимый комплект. Люблю вот этот комплект. Он в любом исполнении интересен. Вон там вон виднеется лизардит в комбинации с кианитом. Так, это, наверное, садолит. Это лазурит. Собственно, все с лизардитом. Девочки, нашла очень оригинальный комплект с жемчугом. Он у нас уже был. Серьги такие, как веточка, и висят на ней две жемчужинки. Смотрится очень-очень-очень оригинально. Необычно, стильно, и колечко такое. Здесь, кстати, не гладенькое серебро, а идет такое фактурное. Еще один очень интересный оригинальный комплект. Посмотрите, колечко какое. Меня привлекло, конечно, в большей степени колечко, но серьги просто чудесным образом сидят. А, тоже фактурное серебро. Размер только 16,5. 17,5 нашла в черном жемчуге. Видите, да, какое серебро? И очень хорошее занижение штифта. Можно даже отдельные сережечки. Еще хочу показать комплект, очень оригинальный. Смотрите, в лимонной позолоте. А, здесь вот оно вот так вот выглядит. Там жемчужинка. Причем жемчуг серый. И кольцо. Кольцо тоже очень интересное. Оно, видите, фактурное. Здесь серебро. Вот такой вот комплектик. Здесь прекрасное занижение штифта. И еще хочу показать колье. Колье – это кожаные шнурочки. Их, видите, много. И жемчужинки. Несколько жемчужинок. Выглядят очень-очень интересно. Просто здесь они немножечко такие подмяты. Я же достала из пакетика. Но, в принципе, такая вот идея прекрасная. Колье, цена около 4,5 тысяч. А комплект сейчас цену удалить. Девочки, смотрите, нашла такие сережечки. Это пусеты, это запеченная эмаль в лимонной позолоте. Смотрите, как выглядят серьги оригинально. То есть они на мочке будут вот так вот, а сбоку вот такие вот будут листья. Очень оригинальные серьги. Вот прям кто любит лимонку, мне кажется, это прекрасный вариант. И такие же есть еще родированные. Посмотрите, как красиво. Вообще такая прекрасная дизайнерская задумка. Здесь замочек винтовой. Девочки, сниму витринки с жемчугом. Комплекты. По ценам, конечно, уже я, скорее всего, сориентировать не смогу, потому что я сейчас убегаю. То, что хотела конкретно по ценам показать, показала. То, что нам не хватало лимонной позолоты, вот эти интересные вещи. То, что вот меня зацепило конкретно.
что-то можно будет добрать. Я сейчас уже закончила отборку с жемчугом конкретно. Сниму для вас витринки, вы можете что-то посмотреть и дозакажем. Посылочку все равно нам будут отправлять уже с офиса. Кстати, бусы, девочки. Вот эти длинные бусы, которые они у нас были, были не, немножко неправильной формы. Мы за 5000 продавали их, да? Сейчас даже в закупе таких цен нету. То есть я сейчас вот уточняла цены по бусам. Цена поднялась в 2 раза. Как бы это было не грустно. Вот эта модель мне нравится. Здесь красивое фактурное серебро. Так, эти комплекты с эмалью. Подобное мы уже, наверное, видели. Я с эмалью, наверное, не возьму в этот раз. Если кому-то только что-то прям по заказу надо. Модели красивые, но большинство моделей у нас уже было, и как-то хочется, наверное, что-то уже другое, поэтому я в этот раз повторяться не буду. И витринка с эмалью. Некоторые серьги со вставками с жемчугом есть, некоторые уже без каких-либо дополнительных вставок. Вот, кстати, вот эти серьги, которые я показала, очень оригинальные. Очень много такой морской темы появилось. Помните птичек с эмалью? Они у нас тоже были, да? Вон там есть кактусы. А такой барочный белый есть? Так. Это хорошенький тоже комплектик. Здесь все эмаль, да? Да. Самый последний момент я еще нашла. Вот такое вот колье. Посмотрите. 45. Это колье есть 45, 50, 55. И плюс у этого колье есть дополнительная цепочка. Смотрится тоже очень-очень оригинально. Цена в районе 9,5-10 тысяч. Девочки, пусеты в лимонной позолоте с жемчугом. Жемчуг культивированный. Это обычный замочек здесь, барашек. Это Италия. Смотрите, какое красивое фактурное серебро. Вот еще пусеты здесь уже родированные. Но тоже посмотрите, какое красивое фактурное серебро. Вставки здесь цирконы. Замочек обычный. Так, с серафинитами мне предложили вот этот комплект. Цена до 20 тысяч рублей будет стоить. На сайте 20 тысяч стоит цена. Лилия обязательно скидку сделает для вас. Оксидированное серебро. Серафинит настоящий, природный. Ну, размеры колец, если что, подкорректируем. Такая необыкновенная работа, тоже производство Литва. Размер колечка 19, стоимость сережек 8700, колечко 4800, жемчуг натуральный, культивированный. Обратите внимание, вот такой очень красивый оригинальный комплект. Производство Литва, размер колечка 18, стоимость сережек 10400, колечко 4200, подвеска 4400. Вставка здесь циркон. Оксидирование и позолота. Видите, кому не достались срезы малахитов, это бижутерные серьги, это тоже уральский малахит. Не знаю стоимости, но это недорогое украшение должно быть. Пока свободно, кому? Ну вот с этой картины начну. Нас пригласили поставщикам, прям в гостях. И как же не показать, здесь целая картинная галерея. Тематика коты, коты, коты. Очень интересно, очень
харизматично это все выглядит. Коты, коты, коты. Вот это мне очень понравилось. Разводные коты. Авторские картины, однако. Ну и к делу приступим. Давайте посмотрим. Я покажу витринки, то, что представлено. Украшения пронумерованы. Если кому-то что-то нравится, лучше мне в личку сразу пишите. На WhatsApp, может быть, 8-927-30-10-180. Эх, нижний ряд не вошел. Все это серебро оксидированное. В основном натуральные камни. Так, наверх зря залез. Так, это известные нам чертополохи. Чертополох. Размеры колец, надеюсь, мне здесь подберут. След хочу показать. Размер 18 с плюсиком. Серьги, кактусы. Модель маленькие. Есть еще покрупнее. Садово-огородная тема. В юмористичной форме. Смотрите, серьги. Опять на африканскую тематику. Может, я в чем-то не разбираюсь. Популярность набирает эта тематика, что ли? Показать витрины надо в первую очередь, конечно. Так вот, так вот. Когда-то металл был по 70, это было еще как-то ладно. Короче, металл по 100 рублей. Что хочешь, что и делай. Вот это, скорее всего, Ольга Олеговна знал. Вот здесь два браслета с надписью «Выставка». Софья Матвеевна там еще написано. Ищите, Максим Геннадьевич. Ищите. Так, 95-70 доставки. Так, значит, там надо какое-то писать письмо про доставку. Брошь чертополох. Вот она какая. И кольцо тут рядом. Брошь чертополох. В наличии есть цитрин, празеолит, нефрит и тигровый глаз. Набор с празеолитом. Шикарный, очень красивый, прозрачный камень, нежный зеленый цвет. Длинные серьги с подвесной частью, кольцо 17,5 размер, а масса сережек 9 грамм. Это комплект с натуральным жадеитом, размер, кольцо 19 размер, с подвесной частью. Это модель с горным хрусталем,
Кольцо 18-0. А что это у нас? Смотрите, каких мне показали гуманоидов. Это подвеска с подвижной частью хвостика. Размер подвески юмористичная такая, сверху вниз, примерно 55 миллиметров. 55. Любой шнурок сюда пролезет. Серьги и кольцо с празиолитом. Колечко 17,5 размер. Так вот расположен замок по диагонали. То есть на мочке так и висеть будет, как я сейчас на ладони держу. Этот набор называется «Серебряная копытца». Это то, что кто-то из подписчиков очень, ну, прям слезно просили набор оленей. Видимо, вот это и есть набор оленей. Здесь камень пирунит, размер кольца 18-0. Есть также с горным хрусталем такой набор и раух-топаз. Вот еще украшение с цитринами. 18 размер кольца, да, 18-0. Такой архаичный дизайн, модель на мочку. Размер серьги сверху вниз. Сколько это, 18 миллиметров примерно, 19. Набор с чароитами, кольцо 18,5 размер. Очень интересный оригинальный дизайн. Модель на мочку, удлиненная модель серьги. Длина серьги примерно 40 миллиметров. Это у нас брошечка, называется Кото Шагал. Потому что эти довольные морды летят над городом. Вот все началось с того, что мне показали вот эту подвесочку. Кот-вампир. Она у нас пошла, оказывается, вот из этого комплекта. Кот-вампир. Тут кот закуклился. Тут подвеска. Вот такая, веселый кот-вампир. Тут на груди у него даже... А, мышь. Маски сброшены. Ну и вот такой тоже кот-кусь. Серьги с раух-топазом. Кольцо без каменка. Кольцо в данный момент... Это кольцо размер 19-0. Масса сережек, информация, которую могу дать, я, конечно, дам. 17,8 грамма масса сережек. Это празиолиты и фианитики. Кольцо 17,0, но раскатать можно, шинка очень хорошая. Ну и узнаваемый символ высшей королевской власти. Серьги и кольцо с пирунитом. Ну, помимо красивые огранки и цвета камня, и дизайн тоже мне понравился. Кольцо 17,5 размер, масса сережек, ой, 9, почти 10 грамм. Это крупный набор с горным хрусталем, масса сережек 20 грамм, кольцо, перстень точнее. Огранка, обратите внимание. Кольцо примерно... Написано 17,5, но 18 размер, мне кажется, здесь. Это набор с кораллами. Коралл-лосось. Вот так вот серьги сбоку выглядят. Важная информация. Кольцо в наличии есть 18 размер. Серьги стоят 6200 рублей. Кольцо 4100 рублей. И браслет, размер 17,5-19, стоимость браслета до 12 тысяч. Я называю ориентировочные цены, ну, до 12 тысяч будет браслет. Вот так он. Вот, наконец-то я нашел эту модель, добрался до нее. В прошлую выставку я познакомился с этой моделькой. Ну, очень мне понравилось. Масса сережек. В данной модели здесь у нас аметист. Вообще этот комплект есть с аметистом, с цитрином, празиолитом зеленым, с раухом и с пирунитом голубеньким. Масса сережек 16 грамм. Стоимость сережек 10 тысяч рублей.
И кольцо 4700. До 10 тысяч, до 4700 цены будут. Это набор с лабрадорами. 16 грамм серьги, полупетля с замком. Иризация. Высокое кольцо, размер кольца 19. Такой вот набор. Пепринит в огранке. Вот они сверкают, грани. Видна внутренняя структура камня. Сбоку серьга вот как выглядит. Сзади какая красивая. У нас опять кольцо. Перстень, наверное, лучше назвать. Перстнем. Размер кольца 18,5. Масса сережек 10 грамм. Ну, размер давайте скажу. Серьга сверху вниз. 27 миллиметров. Вот такая же модель, тот же самый дизайн с тигровым глазом. Вот это украшение. Вот какого цвета камень здесь? Фиолетовый или сиреневый? А цвет этот фот... Как сейчас скажу? Это цвет фосфосидеритовый, потому что это фосфосидерит природного происхождения. 19 размер кольцо, длина серьги с фосфосидеритом 70 миллиметров. Пожалуйста. Это комплект с азур-малахитом. Азур-малахит. Азурит и малахит. Так, размер кольца. Размер кольца 18,5, серьги весят 9 грамм. Они не все красят, это там две или три фирмы, но страпалились и вот так хорошо его красили. Это природный тигровый глаз, крашенный. Да. Зеленого цвета, малинового цвета мне сейчас и образец. Синего есть. И синего цвета есть. Вот так вот, очень интересно. Вживую прям объем внутренности камня как будто бы видно. Вот эта моделька Сибелиус с раухтопазом. Ну, очень мне нравится, конечно, дизайн. Это пирунит на фоне предыдущих украшений. Эти украшения не крупные. Тоже шикарная огранка и цвета. Цвета. Это празиолиты. Но охота уделить внимание. Смотрите, дизайн. Закрепка камня какая интересная. И дизайн оправы кольца. Очень интересно. Всем добрый вечер. Поздравляю всех с окончанием выставки. Поздравляю, потому что правда поздравляю. Сейчас я еду в аэропорт. Ренат где-то гуляет по Питеру, где-то потерялся. Очень надеюсь, что он приедет в аэропорт. Ну, если серьезно, да, правда, всем спасибо огромное за ваше терпение, за ваши пожелания, за то, что нас смотрели, за ваши отзывы. Я прям очень рада. Вообще, выставка мне понравилась. Такая прям продуктивная, столько положительных эмоций, столько положительных откликов, доброты. Я очень рада. Всех с окончанием поздравляю, с окончанием выставки. Всего доброго, до новых встреч в обзорах.